Антон Павлович Чехов. Злой мальчик. Иван Иванович Лапкин – молодой человек приятной наружности. И Анна Семеновна Замблицкая – молодая девушка со вздернутым носиком – спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамейка была у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудесное местечко. Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас только рыбы да пауки плавные, молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червяками и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас принялись за рыбную ловлю. «Я рад, что мы, наконец, одни», — начал Лапкин, оглядываясь. «Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должно быть большой клюет. Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. Подождите, дергайте, пусть лучше клюнет. Скажите мне, дорогая моя, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность, нет, этого я не стою. Я не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на... Тащите!» Анна Семеновна подняла вверх руку и с удивлением рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыба. «Боже мой, окунь! Ах, скорее, сорвался!» Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и бултых в воду. В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам, та отдернулась, но уже было поздно. Уста нечаянно слились поцелуем. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни ничего счастливого нет. Счастливое необыкновенно носит отраву в себе самом и отравляет что-нибудь извне. Так и на этот раз, когда молодые люди поцеловались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде и глядел на молодых людей и ехидно улыбался. «А, вы целуетесь!» — сказал он. «Хорошо же! Я скажу мамаше!» «Надеюсь, что вы, как честный человек, — забормотал Лапкин краснее, — подсматривать подло, а пересказывать низко и гнусно и мерзко. Полагаю, что вы, как честный благородный человек, дайте рубль, тогда не скажу, — сказал благородный человек, — а то скажу». Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города красный мячик, а сестра подарила ему свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось. И чтобы получить еще больше, он стал наблюдать, куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту их не оставлял. «Подлец!» — скрежетал зубами Лапкин. «Как мал и какой уже подлец! Что же вырастет из него дальше?» Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарки. И все ему было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подавали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина: «Сказать, а?» Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. В таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговорившись с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчишку за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. «Миленькие, славненькие, голубчики, не буду, ай-яй, простите!» И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены в друг друга, они ни разу не испытывали такого счастья,
такого затыхающего блаженства, как в те минуты, когда драли этого злого мальчишку за уши.